Да. Ты не знаешь, сначала? Нет, сначала увертюра будет. Нет, мы теперь хотим. Не знаю. Начинаем концерт «Вива Моцарт» симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». Главный дирижер Дмитрий Юровский. Начинаем первое отделение концерта. Моцарт, увертюра к опере «Дон Жуан». Исполняет оркестр дирижер Дмитрий Юровский. Thank you.
Моцарт, концертная симфония «Ми бемоль мажор» для скрипки и альта с оркестром в трех частях. Солисты, лауреаты международных конкурсов, профессор Женевской консерватории Сергей Островский, скрипка, Израиль, Швейцария. Просьба между частями не аплодировать.
Thank you.
цвет такой яркий. Неужели ты простояла? Здесь удобно стоять. Слушай, ну, Гриша, это ужасно. Стоять очень удобно. Ну, сейчас хотя бы сейчас. Я здесь стоял каждый концерт, папе. Да, слушай, концерт. Ну, папа же не в твоем возрасте, Гриша. Нет. Ну, что? Перестань, надо транслокатором работать. Какой еще бутерброд? Мне Алла купила. Все, пойдем. О чем ты говоришь? А почему такое сам такой? Свет. Гриш. Да. На, съешь. Да не надо ничего. Ты что? Свинин не надо убери. Я думаю, что...